Друзья, всем привет! Opel Astra отремонтировал и осталась одна поломка, из-за которой я и хочу записать видео. Это течет горловина топливного бака. Вот так, сейчас буду снимать ее. Ну, точнее, уже все почистил, вымокал топливо, продул весь мусор, почистил как мог. И сейчас буду снимать крышку. Сейчас вот покажу вам. Прежде чем вот эти все фишки снимать, вот это металлическое крепление, я его обстучал со всех сторон. И так вот свет убрал, намного удобнее. Короче, фишка эта снимается, лепесток поднимается и фишка вытягивается. Соединительные шланги, подача, обратка, лепесточки здесь. С двух сторон нажимаем и тоже скидываем. Так, вот эта площадка была очень заржавевшая, коррозия была покрыта. Короче, что я сделал? Обстукивал, чтобы она немножко отошла от основания. И сначала сюда небольшими ударами, потом вообще отверстия появились. Они были вообще сильно заржавевшие и не видно было. Ну, короче, вот такими ударами потихонечку она начала двигаться. Так, самое интересное, что вот эта площадка металлическая, пытайтесь ее сохранить, потому что она стоит $25. А резинка, которая там стоит, сейчас посмотрим, там они есть несколько видов, но вроде бы сейчас скажу, в районе $40 просто резиночка стоит. Так что сейчас это все разберем и посмотрим. Так, воспользовался штативом, совсем просто неудобно. Как я и говорил, ту фишку поднимаете и отводите ее в сторону. С этими фиксаторами у меня специнструмента нету, чтобы с двух сторон зажать, а я с этой стороны вот нажимал и немножко назад оттягивал, чтобы не сломать вот эти все фишечки. Теперь смотрим. Так, резиночку тоже эту не надо потерять. Старайтесь как можно аккуратнее, потому что много мусора. Надо, чтобы как можно меньше туда упало. Так, вот колечко это. Само собой, мы его снимем, почистим. Ужас, да? Так, теперь сама колба. Так, трубочки эти в сторону уберем, чтобы не мешали. И поднимаем. Так. Сейчас посмотрю, вроде фишка внизу. Так, эту маленькую фишку отстегивать. Так, вот здесь. Язычок отводим и снимаем. Так, что у нас? Одна резинка сверху. Ну, более-менее эластично. И здесь еще большая резинка. Ну, она... Или это вообще не резина? Нет, это скорее всего, да, это бак. Короче, вот такая резинка. Посмотрим, я сейчас ее сниму. Поубираю от ржавчины. Посмотрю, какая она там эластичная. Рваная, не рваная. У меня есть подозрение, что бак тек из-за того, что образовалась коррозия. И, короче, всю эту крышку она просто подняла. Сама коррозия. Сейчас это все будем аккуратненько
вычищать и убирать. И посмотрим, или старую поставим, или новую купим. Снял резинку. Сказать, что она там плохая, потресканная, твердая. Ну да, поменяла свою эластичность немного. Но вот трещин особо вообще нету. Нормальная резинка. Сейчас будем с владельцем беседовать. Захочет ли он купить новую или все-таки оставим эту. Я бы оставил эту. Вот так. Главное ту ржавчину поубирать. Смотрим дальше. Ремонт ближется к концу. Пооббивал всю ржавчину, всю коррозию убрал, обработал дрюнексом. Если взять ржавчину, которая была на баке и здесь, это было 3 мм, за счет чего и прокладку подняла кверху. Так, избавился от коррозии, площадку вроде бы сохранил, как видели, галиваникой. Сейчас тоже брюнексом обработаю, еще походит, потому что эта шайбочка тоже дорогостоящая. Так, резинка. Владелец автомобиля решил все-таки купить. Купил не оригинальную, аналог. Ну, это лучше, чем старый, по его словам. Все, теперь ставим и будем экспериментировать.